Всем привет! С вами Айпери, вы смотрите Hype News. В 2014 году в Бишкеке ждали приезда известного российского телеведущего Андрея Малахова. Свой визит он тогда отменил, и вряд ли теперь такое приглашение поступит вновь. Телеведущий в эфире передачи «Прямой эфир» на канале «Россия-1» оскорбил буквально всех кыргызстанцев. 23-летний какой-то сопляк, который приехал из другой страны. Более того, безосновательно обвинил нашего соотечественника в заказном убийстве. Речь в прямом эфире шла о трагедии, произошедшей 8 июля в Москве. В результате столкновения с такси, за рулем которого находился 22-летний кыргызстанец, погиб ехавший на мотоцикле сын миллиардера. В эфире Андрей Малахов прямо говорил, что таксист сделал это специально. И более того, унизительно и оскорбительно отзывался о нем, о его близких и о кыргызстанцах в целом. Глядя на записи передачи, откровенно жаль и адвоката нашего соотечественника, и представителей посольства. К сожалению, ни тот, ни другой не имел ни полномочий, ни возможности поставить Малахова на место. Ну и, конечно же, все это камень в огород власти Кыргызстана. Что касается поддержки наших соотечественников за рубежом и, в первую очередь, экономического положения в самой республике, которое гонит кыргызстанцев на заработки. Но от себя лично хотелось бы призвать наших сограждан и россиян не поддаваться на разные провокации. Ну а сам ведущий, надеемся, найдет в себе силы искренне извиниться перед кыргызским народом. Главное, чтобы и на этом он не устроил хайп. Это была рубрика Hype News. Свое мнение оставляйте в комментариях. Подробности этих и других новостей читайте на сайте sme.kg. С вами была Айпери Тимирова. Не забудьте подписаться на наш канал.